Она исполнена песнями, написанными нами совместно с Ифой Калибовой. Она лауреат нашего любимого конкурса «Энджебрити Виолетта». Это самое главное для нас. Виолетта. Я вас хотела бы поздравить с вашим юбилеем, пожелать вам всего самого хорошего, чтобы вот всегда собирались полные залы, чтобы вы дальше творили вместе, пели хорошие, красивые песни. Я вас поздравляю с этим шагом. Поэтому